Также сегодня Всемирный день дарения. Если представить, что в этот день каждый подарит друг другу что-нибудь, ну, останется ли место для плохого настроения? Думаю, что нет. Заметим, что подарить можно не только материальную вещь. Улыбка, песня, объятия, время свое подарить – это все тоже прекрасные подарки. И в преддверии праздника Дня защитника Отечества наш корреспондент Дарья Чеканина беседовала с жителями Караганды на тему выбора и вручения подарков. По праздникам. Без повода нет. Я студент. Бывает без повода, бывает по поводу, говорю, на день рождения, праздники, Новый год и так далее. Часто. Довольно-таки. По мере возможности, по праздникам, по дням рождения обязательно. Но если я вижу необходимость, какой-то полезный продукт, я могу подарить. На все праздники. Бывает просто так. Детям своим, мужу. В основном по желанию, что они хотят, я знаю, что они хотят. Я им это дарю. Чаще всего подарок же дарю для того, чтобы сделать, я дарю подарок для того, чтобы сделать человеку приятное. Дарю то, что хочет человек, то, что его обрадует, то, что ему надо или то, что необходимо, то, что доставит радость. То, что мне нужно, что-то из одежды, что-то из косметики. Сходить там к мастеру какому-нибудь. Да, шоколадками. Разные моменты. Это может быть и какая-то прогулка, да, если ты там устал. Это может быть и отдых, это может быть и какая-то материальная вещь. Бывает одежда, бывает что-то приятное для души, спа, мамы. Изредка сладостями. Меня балует муж, и я балую себя всем, чем возможно. Внимание – это тоже подарок. Да нет, не обязательно. Внимание – это же тоже подарок. Безусловная любовь – это тоже подарок. Это вообще шикарный подарок. Просто признание в любви, обнять человека, поцеловать человека, сказать, насколько он мне дорог. Лучший подарок, сделанный своими руками. Хотя бы массаж. Это тоже подарок. Это может быть прогулка, это может быть отдых, это может быть времяпрепровождение. Это может быть поход в театр, все что угодно. Не обязательно, я думаю, может быть, это какие-то эмоции, что были поездки, какие-то путешествия. Тоже подарок дарить. Конечно, приятно, да, когда ты получаешь, но что-то тоже ты должен тоже давать. 50/50. И дарить, и принимать. Взаимно хотелось бы. Не жду. Добро дарю. Своим настроением, своими мыслями. Мир, счастье и благополучие. Поддержку, да, своим близким. Доброту. Стараюсь быть добрее к людям. Любовь. Так, в любом случае, опыт. Мы все люди, общаюсь, да, берем друг от друга какой-то опыт, делимся. Свою любовь, радость, то, что я есть в мире, и мир есть для меня.